Здравствуйте, товарищи! С начала событий в Новороссии Красное ТВ занималось освещением происходящего и оказанием помощи людям Донбасса. И сегодня мы призываем всех неравнодушных к судьбе Новороссии поддержать ее жителей в их борьбе с фашизмом и олигархизмом за народовластие и справедливость. Антифашистский фонд КТВ организует работу в следующих направлениях. Гуманитарную помощь эвакуированным жителям разрушенных городов Донбасса. Это Первомайска, Дебальцево, Стаханово и Кировска. Это закупка и доставка продуктов питания, медикаментов и средств первой необходимости. Помощь политотделу бригады «Призрак». Это закупка и доставка амуниции и прочего необходимого. Финансирование транспортных расходов и поддержка идеологической борьбы. Всю информацию о поступлении средств, закупках и доставке мы будем публиковать на сайте Красного ТВ.